Я не подстригался 3 года, а точнее 31 месяц, а еще точнее 135 недель, а еще точнее 943 дня. Достижение длинных волос – праздник и событие для вас, чем для меня. Понимаете, это все происходит слишком постепенно, чтобы это было неожиданностью. Ты не засыпаешь без волос и не просыпаешься с длинными волосами, но это отнюдь не означает, что я не осознаю величины этого события. Я еще как осознаю. Я этим 3 года занимаюсь ростом волос, и в начале пути вообразить подобное было невозможно. Причин моей стрижки будет несколько. Волосы постоянно у меня запутываются, и из этого выглядят не гармонично. Волосы выпадают постоянно клочьями. Первая причина – волосы выглядят не гармонично, получается, они запутываются между собой. Вторая причина будет, что у меня волосы выпадают клочьями. Третья причина – у меня есть уже на лбу, видите, вот. Четвертая причина – у меня постоянно запутываются волосы. Это был долгий путь длиной в 3 года, чем он только не был усеян. Но чего точно не было, это стрижки волос. Кстати, хотите увидеть мои волосы? Могу показать. Я настоятельно рекомендую приготовиться. Вы знаете, я терпеть не могу людей, которые подстригаются. Моя стрижка мной рассматривается с точки зрения функциональности. Никакого комфорта, только польза. Моя стрижка должна мне давать защищенность. Я не должен ничего. Большинство воскликнет: длинные волосы. Я вижу в этом независимость. Длинные волосы — это звук падающих оков. Длинные волосы, как таковы, они доступны не каждому. Не каждый их себе может позволить. Задумайте, для чего вы стрижетесь. Для того, чтобы приятно было самому, или потому, что вы перфекционист? Быть может. Но скорее всего, у вас будет хаять мать, хулить жена, ругать сожить. Вы стрижетесь, потому что вы подчинены, вы не свободны. Длинные волосы – это роскошь, это символ и атрибут независимости. Попытка же его достигнуть, она венчается либо порицанием, либо физическим принуждением. Я призываю пересесть с иглы общественного одобрения на длинные волосы. Где мои волосы? Я не могу понять.
вообще? Да как такое может быть? Где мои волосы? Непривычно. Что же я могу сказать о новой прическе? Мне было непривычно ровно 30 секунд, но это самое классное чувство, когда с вас такие волосы прямо по дату, время аж замедляется, просто очень понравилось. И что еще понравилось, то что голова сразу начала резко дышать, как кислорода сразу процентов плюс 20, я пробегу больше, я дожмусь больше, ну вообще четенько. Так. Вот так в зале. Не знаю, есть тут волосы. Да, наверное, есть еще. Но очень так бодрит. И оказывается, что у меня очень много перхоти. Когда я состригал, я прям видел, что волос реально стало очень много. Да, перхоти много, но и волос еще много. Но буду продолжать дальше стричься под нолик. Это была троечка.
прежнего.